Привет, Драйв, привет, Ютуб. Продолжаем ремонт кабины на Исузике. Сейчас замываем вверх и красим вот эту желтую часть. Прохожу сейчас 320-очкой. Для этого и хватит краски. Так, зашоркали мы. Сейчас будем делать отклейку. Так, чтобы сильно нам не замандрячить. Зеленый цвет, где будет. Вот сейчас обклеим немножко грань, чтобы была. Пусть она будет грань, мы потом ее чуть-чуть. Я чуть-чуть ниже ее сделаю, чем она вот была раньше. Потом немножко шаркану наждачкой здесь. Когда буду зеленая уже. И потом здесь будем обклеивать. Все, клеим. Ну вот, обклеили. Вот так как-то. Сейчас красим сперва проемчики. Так, все вроде. Руль закрыть, Андрюша, тряпку вот принеси. А, не все мы нифига. Заднее это, стекло не оклеили. Вот такая вот красочка. Автолак. Не пробовал ни разу, но это ярославская. Вообще это бывшая как бы МЛ-ка. Раньше я только МЛ-кой красил, кстати, вот газик покрашен. Ей еще МЛ-кой. Она сохла, правда, 2 года без отвердителя, нахерначил. Но это быстро сохнущее я уже сделал. Так, пойдет. Че, будем пробовать сейчас. Проемчики сейчас перво будем прокрашивать. То там уже солнышко выглядывает, мы, по-моему, сейчас не успеем нифига. Да и ветерок что-то уже нехороший. Вот такой желтый яркий цвет. Ядовитый прям желтый. Еще всякие гонщики тут ездят. Короче, покрасим мы сейчас, я чувствую. Будет как наждачка. Хоть дождя не будет, но наждачка не так страшна. Все, пойдем. Она подтекает.
факел хочу прибавить. Блин, подвигать не видишь-то. Покрасим стекло все нафиг. Вот эти рамки, блин, ненавижу красить. Статиста не подсказывает, его поставить, зачем тебе нужно. Все будешь трястись, щелкать. Да. На, подержи, я включу кабину. Нет, так не достану ничего. Так, здесь прошел перед момент. Че полное? Чего говоришь? Че полное почти. Так, давай шланг тяни. Ты что смотришь за камеры? Ты за шлангом смотри. Шлангоносец. Руль покрасим, да? Двери не надо крать.
сюда встань. Здесь она больше не может, хотя нет. Второй раз она придется. Тут уже даже на третий раз будет. Вот здесь немножко прыгает краска. Забывается. Так. Краски мало. Пойдем нальем. Да мне вот траву скосить. Нет. Сегодня нет у него машины. Нет, я не сегодня, когда вечером, может, когда. Не знаю. Можно? Я заплачу тебе. За это. Бесплатно. Да я ничего. А то уже прям нужно там. Травы много, да? Ну вы зачем мне? Камеру подключил? Да. Ладно, ладно. Ну и потом как это? Газету, чтобы не перемыкли. На, держи. Выключай пока. Ну вот, половину мы покрасили. Вот так вот получилось. Видишь, покажем. Давай. Конечно, машкары тут конкретно. Еще тут были всякие ездаки, разъездились она. Вот косяк у нас получился такой хороший. Прилипла, блин, газета сюда вот. Перевернула ветром ее. И мне пришлось здесь проливать хорошо. Блин, вот эти-то подтеки сползли, а здесь осталось. Ну, думаю, не смертельно. Главное, прокрасил. И, кстати, банка краски ушла вот на пол всего машины. Даже вот здесь я немножко на второй слой мне не хватило низ. Вот тут я хорошо пролил, даже вон подтеки есть. Короче, не без подтеков. Ну, я и не старался, я старался хорошо про это прокрасить. А мошки везде хватает. Ну, сейчас вот минут еще бы 10, я думаю, она это. Ну, еще липнет. Ну уже мошка сейчас не пристанет, все. Не страшно. Еще минут 10, говорю, и все, можно нормально она. В общем, так вот. А вечером, наверное, мы обклеим вторую часть. Завтра, наверное, сутричка опять покрасим. Так что пока на этом. И все. Будем дальше красить.